Добрый день, дорогие друзья! В этом видео я расскажу вам о том, как можно через приложение 7Motors заказать автомобиль либо интересующие вас запчасти. Зайдя в приложение, мы можем увидеть здесь множество вкладок, среди них нам нужно выбрать «Заказать». И здесь уже выбираем в зависимости от того, что вам нужно. К примеру, нам нужно легковое авто. Для того, чтобы сформировать заказ, вам необходимо заполнить форму, все, что обязательно отмечено красной звездочкой. После заполнения вы можете указать дополнительную информацию, если она необходима, и нажать «Отправить», после чего с вами свяжется наш сотрудник для уточнения деталей. Аналогично мы можем зайти в другие разделы и заполнить их, либо если вы не нашли раздел, который вам нужен, вы можете нажать на вкладку «Обратная связь» и связаться с нами, заказать звонок, либо задать вопрос. Здесь также нужно заполнить имя, телефон, при желании e-mail и задать ваш вопрос и нажать «Отправить». После чего мы свяжемся с вами и обязательно ответим на все ваши вопросы.